Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info. Перед нами устройство Huawei Honor 7X. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве найти скачанные файлы. Скачанные файлы находятся в приложении, которое называется «Файлы». Обычно это приложение находится в папке «Apps» или же «Программы». Иногда оно может находиться где-то еще, но оно по умолчанию предустановлено на наш телефон. Если я не ошибаюсь, удалить его нельзя. Давайте проверим. Да, видите, это системное приложение, его удалить нельзя, так что оно 100% на телефоне у вас есть. Заходим в него. И в приложении «Файлы» нам нужно найти загрузки. Можете пролистать до пункта «Память телефона», «Внутренняя память». И здесь у нас есть download. Тут находятся все загрузки, которые мы когда-либо скачивали на наш телефон. Кстати, мне кажется, что пункт загрузки должен быть среди этих. Но почему-то я здесь его не вижу. Также в недавних, я думаю, может иногда показываться загрузки, которые вы сделали недавно. А можно ли сюда добавить пункт загрузки? Вот странно. Обычно на новых телефонах Huawei, конечно, не на старых, папка со скачанными файлами сразу есть здесь, но видите, нужно заходить именно в память телефона и тут уже выбирать внутренняя память и download. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!